Не с проверкой, а с помощью. В Шымкенте предприниматели и представители Департамента по защите прав потребителей договорились о сотрудничестве во время действия моратория на проверки. Первыми документ подписали врачи частной клиники. Они добровольно будут приглашать специалистов департамента для проведения санитарного аудита. Если будут выявлены нарушения, никаких предписаний не последует. Вместо этого медикам помогут устранить недостатки, проведут обучающие семинары и проконсультируют. Также в клинике будет работать пост самоконтроля. Помимо этого, там уже установили горячую линию. Для обращений, жалоб и предложений пациенты смогут использовать все виды связи – телефон, интернет и ящик для писем. Самой главной и конечной целью это было улучшение качества оказываемых медицинских и других услуг населению. То есть здесь мы приходим к совместной работе, когда есть какие-то недостатки, когда, допустим, общество, комитет по защите потребителей, оно не будет карать, оно будет заниматься, давать рекомендательный характер. И тогда это будет совместная и грамотно продуманная работа. Охрана здоровья населения – это самая важная задача нашего департамента, нашего агентства по защите прав потребителей. Что у нас в области действует 1582 объекта, там, питание и так далее, и так далее. Вот вопросы, где мы должны именно путем создания вот таких зон, каких-то постов самоконтроля, которые позволят населению здесь просто обратиться там, где он находится, где его нарушили права, моментально он может обратиться.